Всем привет. А мы сегодня... Как? А мы сегодня... Мы сегодня играем в United Offensive, дорогие друзья. Как ты читал? Да не вижу ку... Ну это проблема вторая. О! Это что, Спрингфилд? Походу. Я просто не знаю, у кого болтовка. Ой! 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 Да, 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 конечно, да. Да, а? Да, 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 да. Дядька не. А чё в смысле? ЧЕГО?! Нет. Пока. Минус двое сразу же. Дабл килл. Ловый был. Что-то с одной пули забрал. Значит, фуловый был. Фу! Хватит там хаешки пукать, Олег. Ой, не-не-не! Да, фух, да... слава богу. А чё фух? На нахер. Я имею в виду, что у меня пусто. Граната взорвалась за гадом. Да-да, конечно, Олег, да. А если ты еще эту гранату захватил бы, это было вообще идеально. А как его держать? Нет, их нельзя захватить, такой стезлёк. Можно, можно. Ошибочно её можно взять. Сука. Пока. Свидание. Бать. Тебе Windows 6. Ага, да, надо я вообще последний. Взять. Кто там бегает? Sorry. Да хватит! Не оги. Возьми МП-40, отвечаю. Потому что здесь со снайперки крысить, это чистый воды самоубийство. Самоубийство. Угу. А, сказал чувак, который сейчас не... только что шлепнул с кара 98. На. Кость, я мазохист, мне можно. Да, орех, блин, застрял. На! Нет, нет, нет! Не надо тут их сухо спамить. Ладно. Иметь идея. Не знаю, получится или нет, но попробовать будет. Нет! Найс. Эй, Колян, ты там рожаешь, что ли? Вот такая загадка, когда граната взрывается передо мной, я все время... Кто? 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 Какой-то полезный гранат, дерзите! Какой-то полезный! Какой-то полезный! А, это Олег все это время был, я вас понял. Я вас понял. Ну кто вот на этой карте может бросать гранаты, вот? Вот именно тактично, только Олег. Да. Мышь, прекратила, как правило. Ага, чебурек. Вообще-то это я. На-н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 а
На. Я думал, ты с писта, ну ладно. И это пойдет. Да я ещё не вижу! Ай, о, господи! Не... Куда мне идти, куда мне идти, спасибо. Конечно, честно, Олег. Проебался, сам виноват. Да, блядь, я не перезарядился даже, Колян. У Олега стэн пустой. Ой-о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 й-
кто? Не понял. А, вот как с этой штуки-то зажимать нормально. Очень один маленькая ваш карта. Да, маленькая. Охуели, Костя третий. Догадайся, почему это чебурек. Да ё-моё. Чё-то Колян, а почему? А вот. Зачем это взял? Ну что ты будешь делать? Кто пустил вейп? У кого-то будет там... Да! Нет. Ты еще и с оптикой. Ебать ты мазохист. Я без оптикой. Как не стрелял. Это с оптикой. Да я понял, я без оптики стрелял. Как не, я вообще не прицеливался. О, кто? Где когда? Ну чё, бери какую-то напомню гранату. Пока. Спасибо, МП-44. А куда мне идти? Запутанно как-то. Просто берешь и идешь куда-нибудь. А ты никого не вижу. А я кажется, знаю, где Костя у нас засел. На! Я хоть нанес? Нет. И слава богу. Дай-ка позыри, ну-ка. Дай-ка, где Костя? Я слышал его где-то там. Не могу понять где. Магазин на земле валяется. И где он? А. Хватит! Нет! Очень тяжелая оружие, очень тяжелая. Кто? Чего? Ауч! Он четко в коридор прокинул, я тебя понял. Я тебе прокинул? Рандомно. Рандомайзер, блин. Куда мне идти? Ага, не в Регало. Ты даже не попал. Я четко в голову стрелял. Ты мне этот. Ой! Ой, да, да, ой, да, 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 ой, да, да. Ой, да, 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 да. Ой, да, да, да. Кто? Кто там? Наконец-то! Кто там такой маленький? Да иди ты нахер, а! Чебурек! Меня там даже не было, я в укрытии сидел. Похоже, Олег запомнил только одно, что такое гранаты. Вот бы так в сурсе запомнил. Ну, сух ты, ой. Нет, почему их двоих было? Да. Пока. Спасибо. Одиночка? Угу. Одиночка точнее стреляет. О, спасибо за Брен. Кто-то проблевался. Олег, сейчас ты проблевался. Спасибо. Выбли. Спасибо, меня выбли. Унижим твоим же оружием.
Ой. Два шота, чтоб ты понимал. Ладно. О! Знаете, куда нам надо сходить? В опу. Квейк. Но не ворс, конечно, а вот этот. Какой? Второй или третий. Потому что тоже. Ой, я не, блин, низкую графику. При чем тут графика? Низкая графика? Или подожди. А! Детализацию он имел в виду. Я понял. Блять, Колян, Quake 2 это 97-й год. О чем речь? Ну да. Это три в окне. А Quake 3 это 99-й вообще. Да, там есть детализация. Сильва, ну какой тварь. Испугался. Я тебя запомню, Титер. Тут цветов нет. А чё, в смысле, ты хоть с пистолета нанёс? Нет. Чётко в тело же прицелился. Кость, обернись. Сука! Два шота не хватил! Ну да, помянем. Ты даже не выстрелил. Помянем. Я дважды. 22. Верю. Верю, но мне показалось, что чё ты не выстрелил. Пока-пока-пока. Пока-пока. Уни! 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 Ой, да конечно! Какой-то. Ебать, Олег обошел, Костю, не верю. Да это по... читы! Вот именно. Домой! Угу. Это я уже. Да. Слушай, мне этот револьвер очень не нравится. Пока. Он лучше, чем этот ТТ. Но видишь, в чем дело, с него зажимом нельзя стрелять. Чтобы колбасить. Перезарядка! Домой! Я не пойду никуда. Ах ты! Ну да, конечно, да. Ты бегал, я тебя убил. Нет. Кто там бегает? У кого-то. 15 минут, окей. У кого-то там очень громкий. У кого-то очень громкий. Что? Кость, я сам не ждал, посмотри. Ага. Рандом. Вот сейчас, да. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Дай-ка мне. Пи-пи-пи. Дай-ка я Ли Энфилд возьму. Ага. Пока. Я понял. Я все понял. Басяпиди, Казичка. Кутня подлинная. Очень кутная полезная перезарядка. А чё я бунькаю? Да у вас бунькая. Чего? Где все это время сидел? Я думал, где кто-то стреляет, так не подумал. Смотри, здесь никого нету. Сухи лох, сучье племя. Пи-пи-пи-пи. Пи! О-о-о! Ты где там? Ты где питаешь там? А ну слепой с машины. Нет. А я тебе вообще хаешкой туда кинул. Ааа, ты не убежал. Ля ты засранец. Короче, батя меня кладут не во вторник, а в четверг. Специально. А, не специально, потому что этот...
Если бы он пошел завтра, он бы в больничке. Сейчас. У тебя же там Колян был, ты его забрал, что ли? А, вот тут вообще. Да-да-да-да-да, конечно, да-да-да-да-да. Ой, да! Да, конечно, Олег. Весь прикол в том, что если он ляжет завтра, то его отправят домой в лучшем случае этот, в праздники. А в праздники не выпускают. Обычно. Кого? Батю! Кстати, Олег, тебя учили бегать? Да он не умеет бегать! Ты хотел мне бинокль ударить? Одна пуля зарегала, держу в курсе. Ты меня хотел убить, Коля, я тебя убью. О! Да вы издеваетесь! Вот. Да, да, конец, да, 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 конечно, Ситик, да, конечно, Ситик, 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 можешь помолчать? На! Ой, я кого-то вижу. Да, конечно. Да. Я опять бить прикинул. Что происходит? Да заколебали! Опять эта привычка дурацкая. Секунда спада. Килл. Я до последнего ждал, когда ты повернешься. Ты выстрелил и промахнулся. Так, я вообще даже кнопку стрельбы не нажимал. Это не спаун килл, так что держи в курсе. Спаун килл это когда ты намеренно видишь, что человек спавнится, и ты моментально его гасишь. Вот это и называется спаун килл. Спасибо. Ой, блядь, я ты сам напросился. Где артиллерия? Окей, я тоже это возьму. Мам, о, ты... Чебурек! Я знаю. Чего? А? Там еще на машине сидел. Может, он в дом уже зашел. Угу. Домой! Че, как кар с оптикой? Это не кар, Спрингфилд. Вдвоем. На. От Чебурека, блин. На. Откуда? А, понял. С моей стороны вообще дым был. На. Домой. А, давай. Он не стреляет! Я держу кнопку, ему похер. Держу я, не держу, похер. Похер вообще. Как вот это уже воняло, вот как хорошо. Вот там взятые. Ой, я манал. Это опять ты с своими хуешками. Пускаю дым, чтобы вас запутать. Я тоже. Я указал рандомную кость. Рандомную кость. Бля, кость. Точку. Рандомная кость. Я просто там возродился. Если что. Держу в курсе. Случайные респы никто не отменял. Хоть понятно уже.
Ты был прав насчет того, что это пушка косая. Я 3 раза в тело попал, только 3 пуля тебе четко в тело попало. Иногда не долетает. Не, я четко видел то, что то влево скусит, то вправо. Это почему меня? Это хит-маркер, что ли, на полкарты? Домой? 2. Ладно. Эй, Олег, ты достал со своими хаешками. Хаешки. Туалетка. Опа. Домой иди. И там иди. Но она вообще косая. Вон я, например, вообще вправо выстрелил. Пуля сама влево улетела. Бля, буду мосенькой, то точнее. Ну. Ну её ты... Не муж лагает. Нормально. Дышите в спину друг другу. Я-то пофикшу. Чего? Кто там тогда был? О, да конечно, да! На! Это я вообще-то. Крутная карта. 60. Комментарий только минус на мен. Да! Ёбаный чебурек! О, вот это. На! Ну вот это, брат. Минус. А вот сейчас я не понял. Я не понял. А это он повторно был? Я тоже. Откуда? Хорошая попытка, но надо было давить. Ого! Я такой Спартак еще не видел никогда. Это хорошо. Минус чебурек. О, спасибо, кстати, за стэн. Я больше играть это не буду. На! Вот тебе чего ты. Я буду. У меня глаза уже болят, надо еще 5 минут. А, это наш! 30! Это же вообще враги, карма. Спасибо, Кэп! Конечно, да.
Да. Это да. Обязательно ваших там сидит. Под стендом. Не стенд, а Энфилд. Энфилд это. Со снайпер. Пинкует опять. Поздно, Олег. Я артиллерию заказал. Нет. Тут, похоже, самый высокий ранг это 5-й. Ну как в сталкере сделали, тоже 5-й ранг максимальный. Ну да. Ау. Надо было слушать шаги, Кость. Я тебя слышал. Так а чё не повернулся-то? Да, я вообще так делал. Я в этот момент стрелял другой. Да? Ну, Миш, я стоял, только один. Блять, Олег, похоже, ты понял, что гранаты это имба. Гранаты? Ох ты. Градусов по Цельсию. Коля, ты бегать вообще умеешь? Сидеть я умею. Ну это твое. А то, что не бегать. Дабл килл. Трипл! Домой нахер! Что ты тут делаешь, блин? Машина. А чё ты опять паунился на Мартине? Пиздобол. Он там все это время зависал. Спасибо, что добили мою жертву. Наконец-то. Куда ты собрался? Куда ты спамишь Иксуху? Ты ее сам сейчас спамил, и все так. Это только к механике гранат не могу привыкнуть. Не успел. А вот сейчас я не понял. А, ты еще и сзади там был. Какой заряд? Ранен. Тайм-аут. Ранен, ставим. Всем спасибо, всем пока.